Так, а вот мы подъехали к стоячим камням, тоже недалеко от Скарабрей, и тоже того же времени, 5500 лет. Стоячие камни, это подобно тому, вот вы, конечно, знаете о Стоунхендж, который располагается в центре Лондона, в центре Англии. Стоунхендж – это всемирно известный монумент древний, там тоже вот такие вот стоячие камни. Думают, что это чем-то связано с религией друидов. Но здесь, пожалуй, даже еще, наверное, этих друидов еще и не было. Это еще древнее. Но одно ясно, что это какое-то у них религиозное назначение. Вот. Некоторые из них хорошо сохранились. Здесь были, они стояли как бы кругами. Вот ставят прям вот круг камней. Поскольку сохранилось плохо, круг практически не виден, ну и то. Вот таких вот групп, таких камней, в общем-то, раскиданы по островам, они не только здесь.